Привет, народ Ютуба. Три посылки. Две маленькие крошечные. И одна чуть побольше. Так. Начнем с правой стороны. Значит, что я тут подписал? Светорезисторы. Да, фоторезисторы, не светорезисторы. Вот он так написал. Значит, для чего это заказывал? $1.50 оценили. Сейчас мы посмотрим на содержание и отвечу. Все вроде бы. Да, вот такие маленькие фоторезисторы. Видим, их тут 10 штук, по-моему, да. Так, 4, 5, 10 штук их. Я заказывал их для того, чтобы сделать устройство для поворота солнечной панели на солнце. Так как, скажем, летом очень много времени батарея или как солнечная панель не отдает свои возможности в полной мере. Буквально только, скажем, середина дня он отдает мне максимально возможные амперы, то есть ток. Вечером и утром это очень мало, еле-еле. Поэтому принял решение пока, ну, попробовать сделать все-таки поворотный механизм, чтобы следил. Благо, есть уже двигатели, которые я извлек из Canon Коппера. Копировальная машина. Так, ладно, идем дальше. Это у нас для Arduino. Заказывал $1.24, оценили. В принципе, посылки сейчас быстро ходят. Так. Заказал два штуки. Сейчас проверить не могу, к сожалению. Потому что еще Arduino толком не запустил. Пока только в процессе изучения. С этим модулем тоже разбираться надо. Ну, я смотрю, он так SMD-шный вариант, то есть планарно клеится, появится, возможно, проводки какие-то, может быть. Но это уже другой вопрос. Вот, если одна эхонка заработает, то вторую, скорее всего, объявлю конкурс на подарок для подписчиков. Так, идем дальше. Вот это у нас машина на солнечной батарейке. На солнечной панели тут взяли, заклеили главную информацию. Так, ладно, тут ее почти нету. Сейчас вскроем, посмотрим. Это я заказывал внуку. Будем вместе собирать, клеить. Да, это у нас конструктор. Вот такой конструктор, даже не соизволили заклеить. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Один пакет, второй пакет, надо же как. Сейчас посмотрим комплектацию и все такое, с чем его идет. И в следующий раз мы его обязательно соберем. Малой же просил, говорю, давай что-нибудь соберем. Скажу, соберем обязательно. Так, ну, пластмасска вроде бы нормальная. Не знаю, насколько она долго хватит, но гнется, не ломается, уже хорошо. Хотя на солнце может пересохнуть и посыпаться. Ну, сами понимаете, китайское качество. Хотя здесь их очень хорошие вещи. Это у нас батарейка. Так, батарейку, кстати, мы можем сразу и проверить. Вижу, тут уже двусторонний скотч. С одной стороны прицепили. Осталось только оторвать и прилепить. Ну, паяно, как видите, не очень хорошо. Не очень качественно. Наверное, посадили ребенка, и он все это дело спаивал. Сейчас подготовим и проверим пока в сторонку.
Так, смотрим шестеренки, две оси, двигатель. Наверное, двигатель мы тоже сейчас проверим, чтобы у нас жужжал. Крепежи. Так, 4 штуки для колес. Хорошо. Опять следующий пакетик, а в том пакетике еще один пакетик, а в том пакетике еще один пакетик. И так до бесконечности. Так, что-то я не могу вытащить. Двигатель намагниченный. С этой стороны уже скотч прилепили, тоже тяп-ляп, ну то ладно. Это все мелочи. Магнитик хороший. Так, секундочку. Хороший, нехороший. Так, это, скорее всего, вот так делается. Но освещение надо хотя бы лампу накаливания. Ладно, придется на улицу выйти. Смотрим дальше. Чуть-чуть увеличим. Вот наш набор, все вижу, написано по-китайски. Да, вот наш набор мы получили. Последовательность сборки идет. Вот единственное плохо, что двигатель крепится, ну скажем, не болтовое соединение, а на липучку. Он не будет держаться. На этой липучке он не продержится. Он быстро отвалится. Ну ладно, мы это порешаем. Вот такая телега получается, и в результате вот такой механизм. Будет он ездить по улице в солнечную погоду, а в другую вряд ли поедет. Так, у нас есть приборчик, которым можно замерить напряжение. Вот было бы еще хорошо по цвету, чтобы определяли. Решили только черные запустить. Интересно, что-то мы получим от светодиодной ленты. 0,5 вольта. Смотрите, стабильно, да? 0,5 вольта уже от светодиодной ленты, от светодиодов он показывает. Сейчас попробуем приблизить. Непосредственно ближе. Так, как бы вам показать. Ну вот, 0,9 уже. Неудобно, капец. Ну, вот как-то так. Тут так паять очень тоненько. Так. Запихнули. Пока паять не буду. Плюс-минус, наверное, тут не важно, где плюс, где минус. Нам бы он зажужжал. Так, сейчас я заканчиваю. Блин, попасть не могу, как игольное ушко, даже меньше. Пофиг, значит. Светодиода он не хочет жужжать. Так, ладно, пошли на улицу. Там пока солнце есть. На улице шумно, конечно, но я надеюсь, вы видите, что он все-таки работает. Слабенько, но надеюсь, поедет все-таки. Сейчас мы проверим по прибору, что у нас будет получаться. Так, под нагрузкой двигатель крутится. Один вольт, да, показывает. Да, под нагрузкой 1 вольт. Может, 1,1 максимум. Вот и ловить надо. 1 вольт выдает. Сейчас мы отключим. Проверим так.
без нагрузки 1,1. Ну, сейчас уже вечереет, поэтому, возможно, солнце не такое яркое. Ну, как бы там ни было, двигатель крутится, работает. Ток проверить. Предел. Получается 34-35 миллиампер. 34-36 даже проскакивает. Ну, возьмем в среднем 35 миллиампер. Ну вот и все, мы поэкспериментировали. Если чуть побольше взять, будет помощнее. Тут тем более можно разместить большего размера. Ну вот так, конструктор нормальный. Конечно, может хрустнуть, но пока не собрали еще, хрустеть не буду. Все, на этом спасибо всем за просмотр. Жду ваших комментариев. Ставим лайки, подписываемся на канал. Будут еще конструкторы заказывать. Все, на этом всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч. Все, всем пока.